зовут Марк, я учусь в школе «Взмах», первый класс, север. Меня зовут Карина, и мы хотим показать, как мы учимся. Вы думаете, ребята, для чего нужны предлоги? Поднятая рука. Молодцы, Никита. Чтобы складывать слова. Да. Чтобы складывать слова или чтобы помогать словам складываться во что? Предложение. Предложение. Должно быть, это улетает наше лето. Кто тут школу всю потряс? Это Кузя, первый класс!